Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Фальшивая кровля». Ремонт, обслуживание, обучение. И сегодня мы пойдем на интересные YouTube-каналы, которые находятся на вкладке «Каналы» на моем канале. И сегодня мы рассмотрим такой интересный канал, как «Металломаньяк». «Металломаньяк» — это канал польского энтузиаста, фальцмастера. У него 8500 подписчиков, 57 видео. Огромное количество видео, причем вот если мы сейчас зайдем на плейлист, то он еще изобретатель инструмента. А вот у него сим-шутер есть, такой инструмент. Рекомендую зайти посмотреть, что это из себя представляет. Потом у него есть такие темы, как, ну, рабок – это фальс по-польски. Вот рабок – стоячие детали. Вот это вот тут разбирает по двойному стоячему фальсу какие-то элементы. И рекомендую посмотреть на этот интересный канал. Он на польском языке. И есть у него тут также обзоры по инструменту. И также очень интересный у него есть тоже вот в плейлисте, если мы посмотрим самый низ, 4 видео. Опробка окна до худего. Я по-польски фактически не говорю, поэтому извиняюсь за произношение. Это у него 4 видео, как обходить каминную трубу по-английски, если так можно выразиться. Итак, обратите внимание на этот интересный канал на польском. И вот очень интересно, рекомендую, у него есть видео «Хафтры». Ну, хафта это по-польски значит клямеры. Как делать клямеры вручную? Допустим, если у вас нет или закончились клямеры. Очень рекомендую этот канал. Спасибо за внимание. Лайки, комментарии, репосты и подписки приветствуются. Всех вам благ.